Приветствую всех ценителей качественного снаряжения. Сегодня у нас на обзоре поясная сумка с интегрированной системой крепления Kevedition Moka. Сумка изготовлена из высокопрочного нейлона плотностью 1000D с фирменной пропиткой для защиты от влаги и грязи. Общий объем составляет примерно 3 литра, вес 470 грамм. На фронтальной стороне имеется небольшой, практически плоский кармашек на молнии. Выше находятся две площадки велкро для крепления идентификационных патчей. По бокам сумки расположены два отделения. Первое довольно объемное, закрывается на молнию, подойдет для транспортировки бумажника. Второе меньших размеров, предназначено для хранения складного ножа, мультитула или фонаря. Фиксируется на липучку. Открываем 30-мм фастекс и получаем доступ к внешнему отсеку, который снабжен перегородкой внутри и дополнительным кармашком снаружи. Здесь можно носить документы или смартфон. Высота 15 см, ширина 10 и глубина 3 см. Основное отделение довольно объемное. Оснащено утягивающимся воротником для защиты от воздействия внешней среды, а также дополнительной фиксацией содержимого. В отсек без проблем поместится, например, литровая фляга Nalgene с широким горлышком. Внутри с обоих сторон нашиты два сетчатых кармана. В верхней части имеется молния, открывающая доступ к большому отделению на всю ширину и высоту сумки. Тыльная сторона выполнена из мягкого сетчатого материала. Помимо основного интегрированного ремня на фастексе, есть возможность дополнительной фиксации сумки ремешком снизу. Пригодится при ношении на поясе. Kevedition Moka – отличная сумка на каждый день. Обладает интересным форм-фактором и отличной организацией внутреннего пространства. Благодарю за внимание. Пишите свои вопросы в комментариях, заходите общаться на форум или нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч в магазине «Сумки USA».